Всем привет, друзья! Это очередная распаковка посылок сайта AliExpress. Вот, сразу хочется сказать про Почту России. Вот, дело в том, что видео под названием «Расческа триммер», вот, оно было снято один месяц назад, получается. Я вам говорил то, что посылка ко мне приехала на якобы переназначенное для меня почтовое отделение 27-е. Вот, то есть я так думал, что меня все-таки туда перенаправили, 79-го отделения, где я, в принципе, практически всегда получал свои посылки. Вот, но вот эта посылка, получается, это защита для клипкорда, для тату-работ, вот, тату-занятия там и так далее, вот. Она приехала почему-то опять в 79-е отделение, то есть, блин, это начинает уже бесить, если честно, потому что вроде как меня после долгого... как сказать, получение посылок на одном отделении, 79-м, меня вроде как полтора месяца назад перенаправили в 27-е. И сейчас посылка приехала опять на 79-е отделение. Блять, ну заебали, если честно уже. Серьезно. Вот, можете даже видеть, получается, вот, пожалуйста, 654-079. Вот. И на расческе триммер тоже было написано 79-е отделение, но по... получается по приложению, да, где отображается как бы трек номер, да, получается посылок, там был обозначен 27-е отделение. Вот, короче, блин, просто уже бесит прям реально. Вот можете, кстати, видеть, да, защита для клипкорда, получается, вот 22 дня ехал ко мне, в принципе, ну средний такой, средненький срок, то есть, ну, неважно на самом деле. Вот, как можете видеть, да, вот состояние самой посылки, вся такая помятая, вся грязная, капец, сколько всего пережила, просто какой-то кошмар. Тут, короче, вот, шарканули чем-то, получается, немножечко, ну там, да, есть вот такая довольно жесткая упаковка внутри, коробочка, скорее всего. Вообще, то есть, прям... все круги ада прошла эта посылка, скорее всего, вот, но все-таки приехала. Я не знаю, на самом деле, когда ведут то ли закон, то ли какую-то хрень, в том плане, что будут вскрывать посылки и проверять их на таможне. Ну, это какой-то бред, если честно, просто вот реально бред. Так, давайте посмотрим. Вот такая вот коробочка встречает, сразу здесь ничего, пусто. В принципе, так, что тут у нас написано тату? Это у нас значок, кстати, знакомый значок, он похож или, скорее всего, даже является значком Всемирного фонда дикой природы. Получается, она занимается сохранением исследований и восстановлением окружающей среды. То есть, мне кажется, то, что этим значком хотели как бы показать, или на самом деле так является, то, что материал, из которого... сделана эта защита, да, для клипкорда, для тату-машинки, да. Точнее, клипкорд — это, получается, провод, да, с помощью которого передается, как бы, скажем, напруга, да, для машинки от блока питания. Вот. И, то есть, чтобы не было всяких там перекрестных бацилл, то есть, да, то есть не было никакого заражения в процессе нанесения татуировки, получается, применяется вот именно защита. Давайте посмотрим, да. Получается, в коробочке у нас 100 штук находится этой защиты. Вот, видимо, такая вот довольно пухлая упаковочка. Вот. Ну, так как у меня сейчас заказов не очень много, да, на татуировке, поэтому мне этой защиты хватит, я думаю, надолго. Вот видим, да, получается. Давайте, короче, я вам покажу, кто еще не знаком с тем, что такое защита. На самом деле, я как бы тоже применял защиту, да, то есть просто у меня была защита в виде, как сказать, пищевой пленки, получается. Я просто пищевую пленку обворачивал вокруг провода, да, получается, вокруг держака. Вот. Все это, разумеется, одноразовое, просто это, ну, как бы, не вот такая защита, как вот специализированная, так скажем.
Вот получается, у нас тут есть прорези с обоих сторон, да? Здесь и здесь. И получается, в эти прорези у нас вставляется провод. Вот, как бы вот как-то так. И якобы, то есть, провод не шоркается об татуировку, да, наносимую на тело. И поэтому не будет никакого заражения. Вот. Но с другой стороны тоже, вот сейчас она, допустим, лежит на столе у меня, да, то есть, трется об стол. По уму, да, мне кажется, нужно это вообще-то так вот выворачивать, да, все полностью. И вставлять вот именно вот в эту часть провод. То есть, получается, ее полностью выворачиваем вот так вот, да? Потому что это чистая сторона внутренняя. И все, и тогда у нас точно никакого заражения не будет. А, вот, получается. Разумеется, все это одноразовое. То есть, в нанесении татуировки должно быть все одноразовое. Это золотое правило, то есть, заражения нам не нужны. Вот, как бы на моей практике, чем бы я ни пользовался, да, у меня никогда не было жалоб на какие-то там заболевания и так далее. Никогда такого не было. Вот, то есть, в принципе, не важно, чем вы пользуетесь, главное, чтобы это было стерильно. Ну и, собственно, вот. Ладно, эту я, короче, одну беру, все-таки. Я ее уже помацал. Вот, 99 штук, в принципе, в использовании. Ну и на самом деле, визуально можете посмотреть, да, то, что все у нас нормально, как бы, да. Вроде как ни одна из них не имеет деформации, да. Насколько я вижу, получается, все нормально. В принципе, говорить больше не о чем. Вот, в плане доставки получается. Ну, 22 дня, в принципе, это как бы норма. Бывало и хуже. Вот, поэтому это я, в принципе, выкину ее, как бы. Это просто пробное было показать, то есть, что из себя представляет. Ну и как бы вот в плане материала. Да, вообще в плане материала на сайте AliExpress на данный товар написано, что это пластик материал. То есть, ну это полная хрень, конечно, это как типа целлофана, то есть, мне кажется, что-то такое. Но, тем не менее, все-таки это не противоречит, так скажем, как раз вот Всемирному фонду дикой природы. То есть, как раз материал, то есть, может быть, он, не знаю, ну, как бы его можно утилизировать, то есть, да, и никаких побочек, то есть, для природы не будет нести этот материал. Не знаю, что это именно за материал получается, но вроде как он, не знаю, нормальный, короче. Хороший материал. Можно пользоваться и можно утилизировать спокойно. Так что, в принципе, всем доволен получается. У нас все аккуратненько, все нормально. Вот такая вот коробочка жесткая, бодренькая. Мне больше, в принципе, просто вот реально не о чем сказать. То есть я рассказал то, что считаю, что Почта России вот просто уже заколебала со своей вот этой херней, да, то есть переназначениями вечными, то есть туда-сюда на одно почтовое отделение, потом на другое. То есть я уже не говорю о как бы проблемах внутри почтовых отделений, то есть о работе, да, получается, с клиентами там, то есть это вообще отдельная тема. Вот, рассказал, получается, про товар, показал вам все, то есть уже вам как бы определяться, то есть брать, не брать, покупать, не покупать, вот, в принципе. Ну, на этом все, на самом деле. Вот, понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите в комментарии, вот, и всем пока.